Так, всем привет! Приветствую всех на своем канале. Так, опять наш трактор. Второй день снимаю видео. Опять много вопросов. Так, маленько отойду. Лирика, вот такое поле. Болотина, низина. В том году первый раз косил. А так все кустами засрано, можно сказать. Вот эти березки, все, крокодил у меня есть, все это можно убрать. Но это частное. Частное поле, вот смотрим. Вот это вот все частное, брошено, нахрен не надо. Ему говорю, давай. Он говорит, да, давай, коси, убирай, делай. А потом я буду косить, убирать, делать. Ну, все это интересно, но уже как бы совсем не интересно. Ладно, это все лирика. Вчера мотал усилоски там, Шульгино. В Калининском районе я нахожусь, в Тверской области. Вот такой у нас вроде неделька без дождей. В общем, можно закатать маленько сено. Но сегодня ясное небо и капнул дождь, а я развернулся, закатал пару рулонов, захватил его, повез быкам рулон и не стал катать. Ну вот подождал 2 часа, и все обсохло, все нормально. Ладно, не об этом. Катал вчера, начал греться. Греться начал. И пришлось сегодня с утра вставать и керхером все это дело отмыть. Вот так это все выглядит. Керхер у меня без шампуня, но шампунь тоже такой бывает. Концентрированный, не концентрированный. В общем, брал для керхера шампунь концентрированный, просто с брызгалки поливал, все там, буквально 15 минут постоял, все отмыл. Радиатор как мог, так и отмыл. Ну, старался залезть во все дырки, чтобы это. Сейчас температура нормальная, даже до 80 не доходит, то есть в течение часа езжу, около 80 держится, не больше. Да, но вернемся по прессу. Были опять вопросы, чё почём, как да как этот. Да, смотрите, вот этот частенько согнутый он бывает. Само дышло. Не знаю, как это влияет. Влияет в основном, мне кажется, на цену при покупке. И все. Так, что по прессу хотел сказать. Более-менее все. Вот фу, работает нормально. Захватил я рулетку, просили по скату, хотят сделать. Я сказал, что это очень хорошее дело, то есть и нужное. Вот такой рулон. Может, у кого-то кнопка не работает, может, как бы зуммеры там писали, работает, не работает. Я смотрю рулоны, вот этот вот рулон по зуммеру, то есть давление зашло, зуммер сработал, я его выкинул. Вот он нормально. Я не жалуюсь. Не жалуюсь, а такая как бы претензия была, что типа у тебя легкие рулоны. Стал катать чуть больше, то есть суммер сработал, я еще 5 метров проезжаю вперед и закатываю рулон и выкидываю. Вот если рулон больше 250 перекатан, вот эта середина, она вылезает наружу. Получается такое, как пузо. Так что, знаете, если у вас пузово наружу вылезает на рулоне на классе 46-66, то у вас рулоны перекатаны, то есть больше, чем положено. Вопрос к тому, что рулон соломы, в основном это на соломе. Ну и сенаж, может быть, я не знаю, у меня не было. Было пару раз, но я говорю, по скату я дернул, и рулон как бы выкатился. Не выкатывается рулон, а как бы пробуксовывает. Особенно много жалоб на соломе. То есть если вот эти планки есть, вот так сделаны, то и на втором надо сделать. И не выкидывает. Ну, главное по звездочкам попасть, чтобы эти планки не встречались. То есть здесь. Ну, понятно, чтобы самое главное, чтобы они не встретились. У меня рулон пробуксовывало несколько раз было. Это было сырое сено. Этот дождик стал проходить. Я думаю, штуки 4 закатаю, его заберу и скормлю там за неделю.
Стал, и у меня прям он, открываю этот, вроде бы выкатился, закрываю, поехал. Блин, у меня зуммер снова срабатывает. Прихожу, блин, я второй этот же рулон дальше обматываю. И дернулся, выкинулся. На сыром было такое. Но чтоб сухое сено, рулон стандартный не вылезал. У меня такого как бы не было. Солома было, да. Солома был, подборщик плохо подбирал. Ну, заматывать заматывал. А так, может быть, нитка что-то как бы пробуксовывает само сено, а сетка не дает буксовать, выкидывает. Не знаю, ладно. Перейдем к стукату. Просили замерить. Че, почем и как. Рулетку взял специально. Наверное, лучше будет слушать. То есть как, чего и почем. Ну, уши, наверное, есть-то 100%. То есть вот эта вот втулка 110. Палец где-то на 20. Нижний на... Сейчас точно скажу. На 14. Так, загораживаю, да, вот эта втулка. Значит, у нас 110. Палец сквозной 2... Два стопора на 20, этот на 14. Пружина 210 до петли. То есть вот отсюда до петли 190 вверх. Сама 50. Ширина 80. Опять она с болтом, пружина регулируется, я так понимаю. Сам скат, ширина, да это уже по ушам будет, мне кажется, понятно. Ширина этого ската, ну, 800 у меня до перекладины 250. То есть основное падение, наверное, сюда. Вот, видно, прогнутый. Так, сам от ушей, от конца ушей до 122 до края. 122. Так 80. Так 122. Этот механизм, не знаю, предохранитель, фигитель, не знаю, что. Этот пружины померил, сказал. Ну, вроде все. Основное обговорили. Так что вопросы будут. Скажу, расскажу. Заводские, не заводские, но специалисты, которые торгуют, говорили, что не заводские, что это типа сами так делали, усовершенствовали его. Да, сетка нравится, я говорил, что очень быстро по времени обвязывает сеткой, но дороже, чем шпагат. Ну, зато качественнее. Сетка очень хорошо держит дождь. То есть не пробивает его, стекает все. И в самую дождливую зиму у нас пробивало, вот, наверное, вот настолько. То есть зимой прям сетку вскрыл, как шкарлупа на яйце, раскрыл рулон, и он идет дальше чистый. Не как в 145-м, который там до середины, и он кусками все пробито, все разбито. Ладно. Класс 46-й. Все, что знал, все сказал, так что... Пишите, отписывайтесь, комментируйте. Ну и сами знаете что. Все, пока, всем.